Как правильно пить соду? Возьмите половину чайной ложки обычной пищевой соды. Залейте ее небольшим количеством кипятка. Вода вспенится. Так сода гасится. Далее, добавляя воду комнатной температуры, доведите полученную жидкость до приблизительно 40 градусов, чтобы ее можно было пить, не обжигаясь. Обычно гасят соду половиной стакана кипятка и потом добавляют еще полстакана холодной воды. В результате получается 200 мл жидкости. Полученный раствор выпейте залпом или небольшими глотками в течение короткого промежутка времени. Соду нужно пить утром, обязательно натощак. Если вы поздно поужинали и чувствуете, что в желудке еще присутствует пища, то повремените, дождитесь чувства голода, а только потом примите раствор соды. Дело в том, что, как правило, вместе с пищей в желудке присутствует кислота, а она, вступив в реакцию с содой, может повредить слизистую пищеварительных органов. После приема соды не ешьте как минимум в течение 30 минут. Начинать курс желательно с четверти чайной ложки и постепенно довести дозировку до половины. Продолжительность курса определяйте самостоятельно, по самочувствию. Если заметите явное улучшение здоровья, не стоит из-за этого превышать дозировку в пол чайной ложки в день, так как эта порция является оптимальной. Зачем же люди принимают пищевую соду? Дело в том, что причиной большинства заболеваний является закисление организма из-за неправильного питания, в результате чего активизируются грибки, бактерии, вирусы и паразиты, а сода, наоборот, защелачивает ткани, что приводит к увеличению устойчивости организма к болезням и существенному оздоровлению. Также сода является отличным средством профилактики онкологических заболеваний, так как раковые клетки не могут размножаться в щелочной среде. И известны даже случаи избавления больных от онкологии с помощью раствора пищевой соды. Если вы уже принимали гидрокарбонат натрия или делаете это сейчас, напишите, пожалуйста, в комментариях, как она повлияла на ваше здоровье. Также просим тех, кто начнет курс оздоровления после просмотра данного видео спустя некоторое время, оставить свой отзыв о результатах приема пищевой соды. Дело в том, что, как правило, подобные комментарии мотивируют больше, чем само видео. Если же у вас возникли какие-либо вопросы касательно нюансов приема раствора, также спрашивайте в комментариях. И не забудьте подписаться на наш канал, где вы получите ответы на вопросы, которые еще даже не задали.